Где-то в центре Москвы. Где-то в кулуарах Кремля, где-то в центре Москвы была забита стрела политиками нашей страны. Один тянул на себя север, запад и юг, второй пил черную кровь в объятиях заморских подруг, а третий любил футбол, скупал за бесценок мячи, четвертый был очень зол, имбецил и подонок, молчите. А пятый плевал на восток, шестой пил сугубо шато, а седьмой не сидел, но сидел, а восьмой был вовсе никто. Решали экономику грез, одних снимали с газа иглы, а других с революции рос. Болтали о взрывах в мозгах, скрывали самописцы сердец, но не слышала их наша страна. Микрофоны сломались в конец. В кулуарах Кремля, где-то в центре Москвы, сидели два мужика и писали сценарий страны. Писали много лет подряд, делили на чужих и своих, но хэппи-энд будет или трындец, зависит от нас самих.